Айфон? Это айфон? Что-то здесь написано Барби. О, боже мой! Всем привет, товарищи артисты! С вами снова Эльф Макарчик. Сегодня утром у меня опух глаз. Меня укусила муха в руку, порвался браслет и потерялись все шармы. Но я хочу вам сказать, что моя бабка верховная ведьма, я потомственная. И тот, кто хотел навести на меня эту порчу, вам вернется втройне. Я тебя убью! А сегодня со мной человек, который с металлоискателем помог найти все шармы. Настя Кош! А, ой! Привет! Давай как Марио. Там монетка должна вылетать. Деньги давайте бумажные. Где мои деньги? Гони. Сегодня у нас распаковка вот этой огромной коробищи. А у меня чехол, смотрите, какой крутой. И у меня... У тебя есть Range Rover. Нет. У тебя есть iPhone. Нет. Вот такой звук. О, давай, постучи, постучи. Эй, это моя шутка. Ничего нету. Сегодня мы открываем вот эту огромную коробку. Настя не знает, что там, но там очень крутые сюрпризы. Поэтому давайте вскроем. Оно очень легкое. Слушай, я предлагаю тебе сначала не смотреть, что там. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь предположения, что там может быть? Ну там не еда точно. Потому что если бы это была еда, то за несколько дней стояния на чердаке, где плюс 35, она бы вся испортилась. Ну для меня это не оправдание, поэтому там может быть даже еда. Вау. Это кукурузные палочки, за интеграцию которых мне не заплатили ни рубля. Какого черта? Это кукурузные палочки с сюрпризами. Офигеть. Здесь должна попасться Пандора, всякие куклы, кролики. У нас есть для девочек и есть 3 штуки для мальчиков. Для мальчиков я взял только 3, потому что там в основном машинки всякие. Да, отстой. Всего у нас 12 пяток. Всего у нас 12 пяток. Мы будем делать не только распаковку и обзор, мы будем еще оценивать. Что? Ну не мой опухший глаз, точно. Мы будем оценивать по корейской шкале, где всего 2 оценки. Наименьшая оценка это... НОЙ! Двенадцать! Все верно, видишь, ты схватываешь на лету. Так что погнали распаковывать! У-ху! Начнем с розовой, для девочек. По одной распаковывай? Да. А это едобное вообще? Да, сначала оценим палочки. Я не люблю палочки. О, я уже... Вау, я уже вижу игрушку. Оценивай. Неплохие. Доставай. Вау! О, как круто! Кукла! Кукла-мукла, прям первая лето. Сейчас посмотри, сколько это все стоило. У тебя есть Range Rover. Да. Нет. Да, у меня есть. Какой? Range Rover-ский. 3 пачки этого мне вышли в 500 рублей. Кошмар. То есть это каждая пачка стоит по 160 примерно. И ну пока это дорого очень. Настя, ты ее уже раздела! У нее даже не прошит пробор. Зато есть туфли. Значит, в первой упаковочке нам попалась вот такая кукла-мукла. Можно же открывать ее? Нет. Ой, пожалуйста. Вот что нам попалось в первой упаковке. В принципе, неплохо. Правда, Настя говорит, что посередине лысина. Она похожа, знаешь, такого на Queen. Точно. На сестру Дарьи. Такая вот еще расчесочка в комплекте. Очень годная, с блестками. Она попала под кислотный дождь. Какой ужас. Мамочки. Так, ну что, и сколько мы ставим этой кукле? Давай, на счет 3. 1, 2, 3. 12! Здесь почему-то на картинке изображены, блин, Барби. А на картинке, да, тут и Барби, и всякие разные бренды. Тут, короче, брендовые вещи. Это Барби, а это, я не помню, как называется, но это тоже такой, как он назывался. Хер что-то. Вот хер. Какой-то хер. Хер Адорабл, да? Да. Точно, а это Барби. Реально, они прикрепили Барби сюда на фотку. И Пандору. Открываем следующую.
Айфон? Да, почти. Вау, офигеть! Там офигенные бусины, можно сделать бусы. Реально? Смотрите. Слушайте. Там бусины и еще цепочка. Ну, такой набор только в магазине будет стоить 300 рублей. Mm. Реально, за 160 рублей недорого. Давай что-нибудь сделаем. В наборе идет шнурочек. Чтобы задушить Макара. Нет, чтобы задушить Настю Кош. Кстати, такое еще никто не открывал на русском ютубе, так что лайк за старания и первые обзоры. Давай ты выкладывай, а я тебе нанизаю. Даже буквы есть. Смотри, здесь есть буква X и Y. И краткая. I was running through the six with my walls. Итак, уроки ОБЖ. Накидываем удавку на шею. Завязываем морской узел и затягиваем. Покажи. Вау! Вот это стрёмно, конечно. В смысле, буква М стрёмная, по-твоему? Ну, на булках висит. Ну, слушай! Вот что у нас получилось сплести из набора за 160 рублей. Мы ставим... 12! Что, для мальчика вкусней? Офигеть! Это тачка! О, на прокачку? Очень классная тачка, офигеть! Вот такая вот машина. Нет, нет! Железная? Конечно. Ого! Она даже... А ну еще раз. Готовы? Я упала с самосвала, тормозила головой. Подожди, ей надо как-то другую позу. Готовы? Вот такая вот безмарочная машина. Попалась железная. Пишите очень в комментариях, какая марка. Слушай, ну пока слишком хорошо. Пока на 160 рублей прям, да? Да. Этой машинке мы ставим. Для девочек. Айфон! Офигеть! Я бы душу продала за такую игрушку в детстве. Это кукла с переодеваниями. С ума сойти. Смотрите. А также и с киндерами, кстати, было. Вот всегда в киндерах для девочек какая-нибудь классная штука попадалась, которая что-нибудь делает. А для мальчиков что-нибудь говнище, типа машинки. Не знаю, машинки классные очень. Ну, пластиковые там были маленькие. Ну, это, знаешь, это... Вау! Это кто? Это, ну, кстати, Дарья даже немножко. Да. Ой. Ребят. Я не сиди. Даже подставка есть. А что ты ее в розовый? Давай в лиловый. Ну давай, я себе как раз с Алика такое платье заказала. Сиреневое. Очередное. Вот такой набор с переодеваниями. Вот с такой куклой. Как мы ее назовем? Пишите в комментариях. Кукла-мукла. Вот для нее, кстати, эта машинка точно подойдет. Ноги не сгибаются. У нее ничего не сгибается. Говно. Этой кукле мы ставим... 12! Красиво. Как у меня жили. Шикарно. Прошлая была вкуснее. Боже мой, что это такое? Офигеть, у Габриэля смокот. Это дракончик. Что он делает? Он едет? Ничего себе. У нас эта кукла на всех сегодня прокатится. Вау. Если вы покупаете несколько пачек, то они могут друг с другом, коллаборироваться. Круто. Дракончику этому мы ставим 12. Когда у нас 0 будет хотя бы у кого-нибудь? Что ты мне дашь за этот попы? Я дам тебе за него этот слайм. Добавляю. Это ты добавляй, что это? Тогда я так заберу. О нет, ты не следил по рикам, все узнали, что она лысая на самом деле. Это мой настоящий волос. Проверка. На прокачку. Офигеть! Это самосвал, трактор, самолет, подъемный кран, маленький джип. Короче, из него можно собрать 6 машин. Все в одном. И кондиционер для волос.
Давай же, давай. Вот что нам попалось. Нет, тут не из него можно собрать. Тут попадается рандомно любая из этих машин. Нам попалась вот такая, самая галимая. Ой, очень сложно. Ничего не понимаю вообще. Ни одной твоей ромашки. Ромашки летят костер. А где было написано, что это игрушка для умных? Все ночи без себя не так тяжкие. Это бетономешалка. Вот такая вот бетономешалка или бензовоз нам попалась. Это говноотсос. Этой игрушки мы ставим... 12! Поставьте ей нормально, вы смотрите, как классно. Она слишком много нервов забрала. Ого, там что-то тяжелое прям. Айфон, наверное. Это айфон? Ура! Это еще один набор. Офигеть! Для рукоделия. Чтобы собрать браслет, понимаешь, много ума не надо. А чтобы собрать бензовоз, надо просто поломаться. Бензовоз сложать проще. Угу. Поэтому мы 3 часа тут сидели. Вот такой вот наборчик. Теперь мы не собираем ожирение. Вот конструктор был настолько скучным, что даже папа уснул. Кто-нибудь когда-нибудь засыпал в зрительном зале? У какого-нибудь ютубера храпели на фоне? Кстати, приходите на наше большое шоу в Москве 5 сентября. Да. Вот такое ожерелье получилось у меня очень крутое, гораздо круче, чем предыдущее. Вы же волосы, куда ты его принесли сделал? Не толком это. Еще что-то. Вау, теперь я точно эльф. Но мое ожерелье круче, мое вообще прям шик. А что это твое круче? Не мое круче. Посмотри, какое яркое. У тебя-то такое светленькое. Пишите в комментариях, у кого ожерелье круче. Меня. Меня. У меня. Меня. А тут что, здесь ничего нет? Еще по-моему, да. Чемодан какой-то. О, розовый чемодан! Мы хотели купить розовый чемодан! Так все, кот. Настя, теперь тебе чемодан не нужен, будешь с этим на дачу ездить. Там он металлический. Там еще внутри что-то. Смотрите, как обалденно, господи, это офигенная игрушка. Он сделан из металла и вот с такой куклой-муклой. Нет, тут не кон... Опять кукла. Офигеть! Что-то надо собрать, какие-то части, детали. Вау. Ладик, кстати, как у предыдущей. Ну только оно сзади закрывает попу голову. Хватило на попу денег. Лицо. У нее нет лица? Она анимешка, ребята. А, какая она красивая, мака. Вот какая кукла-мукла нам попалась. Она помещается в чемодан просто так, если... Да, вот это кайф. Можно так вот взять и пойти на прогулку. А, кстати, а мы не поставили оценку. Бисероплетению мы ставим 12! 12! Я твоему ожерелью поставил 12, а ты моему... Что это? Что это? Кукле в металлическом чемодане мы ставим... 12! Давай для мальчиков. Давай. Ой, опять. Какое-то говно собирать надо, господи, только не это. Нам опять попался этот трактор. Трактор? Да. Офигеть, нам попался трактор, как здорово. А вот если соединить, то можно сделать вот такой вездеход огромный. Трактор собирает Настя, потому что Макар выпал из чата. Ну что, любовь не купишь за бумажки? Ура! Двигается. И даже отваливается. Вот такой трактор у нас получился. По итогу опять игрушка прикольная, но слишком сложно собирать, поэтому ей мы ставим 12! Что ж, у нас осталось 3 пачки. Посмотрим, что же нам попадется. Удивит ли нас что-то еще больше. Только у меня тут уже игрушек. Что-то здесь написано Барби. Вы это видите? О боже мой! У нее розовые волосы. Это бьюти написано в стиле Барби. О, вот такая кукла, пародия на Барби, написано бьюти. Можно я? Beauty and the Beast.
Вау! Похоже на тебя. Вот какая Барбара нам попалась. У нее синяк на руке. Но у нее хотя бы есть пробор. Но и немножко она... у нее косоглазие совсем слегонца. Туфли не вмещаются. Слушай, на ну какие на помойке нашла. Ну ничегошная. Угу. Нормально. 12! Ставим этой кукле 12. Открывайся, тупая стекляшка. О, у нас есть ножницы. Еще одна кукла. Боже мой. Какая ляля. И заколка какая для хозяйки. Ио. Это не просто кукла. Это еще и фея. Проверим, есть ли у нее лысина. Да, ребятки, лысина. Юбка какая-то бабушкинская, как ты считаешь? Ну, не знаю, получше, чем у предыдущей куклы. И расчес очка. Ставим ей тоже 12. Последняя пачечка. О-о-о! Снова набор для рукоделия. Давай браслеты дружбы сделаем. Давай браслеты дружбы. Это как раз две веревочки для браслетов дружбы. Ты откуда знала? Не знаю. Браслетик дружбы. Для тебя и твоей подружки. Ух, это вообще-то может быть скакалка для куклы. Блин, что у нее? Ей большие ее эти. Вот типа скакалка, и она может вот так вот. Так. Зай. О, перепрыгнула. Вот такие браслетики дружбы у нас получились. Ну что ты, давай. Как модно и нереально получилось. Похож на мой вот этот. И этому набору мы тоже ставим 2. Собственно, вот все игрушки, которые нам попались. Какой мы можем сделать вывод? Во-первых, что это стоит своих денег. Во-вторых, что покупайте только для девочек. Потому что... там игрушки покруче, повеселее, поприкольнее. Нет, это мальчиков класс. Пишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего. Покупали ли вы такие палочки. А я вас ненавижу и не обнимаю. Всем пока-пока. Люблю. Привет, подружка. Не хочешь попить кофе? У тебя сиськи видно. Прикройся. Ах ты крыса. Я все, полетела в Дубай, а ты оставайся здесь. Слушай, ты полетела на самолете и на драконе. О нет, кораблекрушение.